перегоняем опрыскиватель Imperador 4000 компании Stara. Машина пришла в стандартной комплектации с штангами 36 метров. По запросу хозяйства поменяли штанги, сделали 30 метров. 15 минут, и мы выезжаем до хозяйства. Двигаемся по бескрайным просторам Сибири к месту назначения. Бескрайние поля, уходящие за горизонт. Здесь будет работать наша машина. Два часа в дороге, проехали Назаровский Ужурский район. На пути у нас встретились деревни Элинка, Степной, Жгутово, Тарханка, и заезжаем в наш пункт назначения Солгон. Хозяйство АО Солгон. Здесь у нас начинается машинный двор. Все серьезно. Покрашены заборы, все аккуратненько, машины стоят. Впереди нас ожидает еще прохождение через шлагбаум. Иначе по-другому в хозяйство на территорию не заедешь. Ну, а наша акция «Купи самоходный опрыскиватель, и мы тебе привезем его в хозяйство» продолжается. Всем удачи, до свидания.